Бронзовый призер первенства Европы 2020 года в парном катании Денис Хадыкин в сентябре прошел допинг-тест. ТАСС утверждает, что Хадыкин стал 31-м российским фигуристом, протестированным на допинг российским антидопинговым агентством «РУСАДА» с начала 2022 года. В течение года российские фигуристы регулярно проверялись на допинг, чаще всего через данную процедуру проходили Александра Трусова и Марк Кондратюк. Также трижды проверялись РУСАДА на допинг Александра Трусова, Дарья Усачева, Диана Дэвис, Глеб Смолкин и Марк Кондратюк. По два раза – Дмитрий Алиев, Кирилл Алешин, Иван Букин, Макар Игнатов, Майя Хромых, Михаил Коляда, Андрей Мозалев. Аполлинария Панфилова, Дмитрий Рылов, Александр Самарин, Евгений Семененко, Анастасия Скопцова, Александра Степанова и Тиффани Загорски. По разу Софья Акатьева, Дарья Черезана, Даниил Горелкин, Джонатан Гурейра, Петр Гуменник, Софья Леонтьева, Максим Некрасов, Елизавета Пасечник, Анна Щербакова и Камила Валиева.